Всем привет, с вами канал «Все для города». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и подписчицы, а также гости в мой канал. Представляю вам антенну для цифрового телевидения ДВБТ-2. Она изготовлена из отрезков провода АПВ-16. Длина провода должна быть равна 28 сантиметров. Вот, так как мы этот отрезок будем гнуть под углом 90 градусов. В центре этого провода мы снимем изоляцию, естественно, и сплющим двумя молотками сам этот металл алюминиевый, сердечник. Вот. То есть сплющиваем, просверлим отверстие М3 и, естественно, крепим. Это обычная веерная антенна, то есть у нее между центральной жилкой и оплеткой никакого соединения нету. То есть вот здесь я сейчас покажу. Вот она, значит, у нас антенна. Вот она. Вот этот провод 28 сантиметров. Сгибаем под углом 90 градусов, естественно. Вот здесь у меня платка такая. Ну, можно без платки. Не, лучше с платкой, потому что все-таки это отрезки, они как бы, их надо как-то закрепить. Поэтому платка как раз и будет поддерживать для крепления, как раз она нужна. Вот, значит, вот видно винтик, вот здесь гайка. Значит, берем кусочек стеклотекстолита или гетинакса, ну, который наклеена фольга. Размер, значит, 1 сантиметр, ширина, длина 3 сантиметра. В середине прорезаем ножом или просто берем напильник и эту фольгу немного убираем. То есть, или просто делаем надрезы и подтеваем ножом, и фольга отваливается. Или просто напильником можно проточить. Вот. Значит, здесь вот такие пятачки остаются, медные, которые мы должны облудить при помощи припоя пост 60 или пост 40 и при помощи канифоли. Потом делаем отверстие М3 и также делаем отверстие в самом этом вот этим проводе АПВ-16 и крепим винтиками с двух сторон. С той стороны шайбочку подкладываем, с здесь стороны тоже шайбочку и туго затягиваем гайкой. Вот. И, естественно, берем провод РК-75. Также мы должны центральную жилку облудить и оплеточку облудить. И вот припаиваем непосредственно к этой платке при помощи припоя и канифоли, естественно. Вот. Также, а с другой стороны припаиваем экран. Экран или оплетку. Ну, она по-разному называется. Кто говорит экран, кто и оплетка. Вот. И еще здесь закрепляем вот этот провод, где мы закрепили оплетку или экран этого кабеля, вот, то вот этот кусочек мы крепим сюда вот при помощи изоляции. Он будет служить согласовывающим элементом. Вот. Значит, сама антенна закреплена при помощи прозрачного скотча на 5-литровую бутылку. С другой стороны 5-литровой бутылки приклеена пищевая фольга, которая продается в любом магазине. Здесь просто делаем резиновым клеем эти полоски. И, естественно, крепим эту фольгу. Она будет у нас служить рефлектором. То есть будет немного усиливать эту антенну. Вот, я пробовал ее делать. То есть пробовал ее тестировать. Нормально она ловит цифровое телевидение. Вот, каждый может такую сделать. Да, еще хотел сказать, что надо штекер обязательно запаивать, то есть на скрутках не делать, потому что если вы будете его не запаяете, вот этот провод РК-75 к штекеру не припаяете, то может теряться сила сигнала примерно 30%, и качество видео будет немножко хуже. Поэтому обязательно сначала возьмите, припаяйте к этому РК-75 штекер при помощи, естественно, припоя. Ну, бывает штекер такой стальной, он плохо паяется,
можно взять, специальную кислота есть, продается, или просто взять таблетку аспирина, немножко ее размять, и как раз можно припаять. Единственное, что вот этот стальной штекер, надо его чем-то шкуркой зашкурить или напильничком заточить, чтобы вот прилипло этот припой, прилип, чтобы можно было запаять этот самый. Берите, покупайте кабель РК-75, чтобы у него была медная жила и медная оплетка. Бывают китайские аналоги, у них эта оплетка стальная, а жила она обмедненная, то есть качество будет плохое. Вот, то есть спрашивайте в магазинах этого. Ну, лучше брать отечественный кабель, там точно оплетка медная и центральная жилка тоже медная. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, подписывайтесь, ставьте лайки, приглашайте на чайный кофе, обязательно зайду. Вот такая антенна, как бы вот она сама. Вот бутылка эта пластиковая. Вот она, я так держу. А здесь вот у нас припаяна, то есть прикреплена фольга. Если нет возможности достать такую фольгу в магазине, можно пойдет любая пивная, две пивных банки. Вы должны разрезать и закрепить или изоляцией, или скотчем. Вот здесь прозрачный такой скотч продается. Вот к этой бутылке. Я даже ее ставил на мачту, то есть эту бутылку прикреплял к палке тем же вот прозрачным скотчем. И у нас целый год у меня на Фазенде ловила цифровой сигнал. Вот. Ну ладно, на этом видеоролик заканчиваю. Спасибо, друзья, за просмотр. Это у нас веерная антенна для цифровой, для телевидения ДВБТ-2. Подписывайтесь на мой канал. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.